Футбольный клуб «Уралан» провел первую домашнюю игру в рамках третьего тура первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны ЕФО и КФО. Накануне элистинский клуб принял на стадионе «Юность» астраханскую команду «Волгарь-М». Уже с первых минут наша команда захватила инициативу и на четвертой минуте «Желтая молния» открыла счет. Отличился новичок команды Алексей Бузняков. Затем на 37-й минуте встречи Александр Наставшев удвоил счет. Во втором тайме «Уралан» продолжил владеть мячом и имел все шансы увеличить счет до разгромного. Однако матч завершился со счетом 2-0 в пользу элистинского клуба. Таким образом, после трех игр в активе «Уралана» 4 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице.